На мой взгляд, оппозиции в нашей стране нет. Есть пока определенные попытки ее создать, очень, может быть, неудачные, не очень неудачные. Извините, если в Европе повышают там, или понижают, например, зарплату на там, как там, 10%, поднимается страна. Да? Мы знаем о забастовках, о демонстрациях. У нас это отдельно взятые какие-то местечковые мероприятия. Значит, ее, к сожалению, нет. А она должна быть. Это, знаете, очень здоровое тело, оно уже больное. Потому что в теле должно быть все равномерно. И того, и другого. Отсутствие оппозиции – это катастрофа, на мой взгляд.